Хасай Магомедович, здравствуйте. Я очень признателен, очень благодарен вам за вебинар. Мне так он понравился. Правда, вот у меня есть избранные вебинары, а этот, ну это просто, мне настолько он мне понравился. Дочь ваша Шелла, такая она, ну, замечательная у вас дочка. Ну и, ну, Элен, ну вот просто вот. Я, кстати, интуитивно выходил на эту тему, быстрое, ну, так вот, напряжение, доведение. А как это было? У меня, ну, обратился парень ко мне, говорит, вы можете помочь мне? У него, ну, посттравматический синдром после войны. И ничего не получалось. А я говорю, у него спрашиваю, что тебе хочется? Он мне говорит, я хочу крушить, ломать. То есть, ну, вот такое, у меня такое вот внутреннее напряжение с этой агрессией. А у нас, мы там где тренируемся, у нас там ребята боксеры, а у них есть там скаты, и они бьют по этим скатам. Я ему говорю, слушай, ну, бери вот этот молот и бей, как тебе хочется. И он калашматил по этому скату, ну полчаса нет, наверное, он все-таки тяжелый, но минут, наверное, 20, это, наверное, ну, железно. И после этого его отпустило. Он, и вот я говорю, стоп, говорю, ну там он говорит, все, не могу уже больше. А Шейла сказала, покачиваться стоя, тоже крутая вещь, так вот после этого. А я ему говорю, вот садись теперь. Садись, он на этот же скат садится и начинает покачиваться. Покачается, качается так. Он говорит, так кайфово. На следующий день у него снова. И, короче, где-то недели две мы били с ним вдвоем потом. Я думаю, ну да, я побью. Очень классно. Но это ж я вот с, ну, с позиции своей думаю, ну кому, да, там вот. У бабушки такое состояние, думаю, кому? Ну, я думал, это всем не подойдет. А вариант Шеллы как-то вот даже, ну, честно, не додумался. Ну, вот как бы, я вам рассказывал, что я разгрузки делал, целый год делал их. Вы сказали, делать 2 недели, а я думаю, не, нифига, буду делать целый год. Делал, я скажу так, вот по 5-6 их в день делал. Но они вот по мере того, как сразу долго, потом меньше, меньше, потом хватало мне там буквально 1-2 минутки, чтобы раз, выпал из состояния, снова вернулся, выпал, снова вернулся. И вышел, кстати, на разгрузку, у меня основной ключ мой, это лыжник, лыжник в движении я называю. То есть я хожу туда-сюда и машу руками. А второй вариант, это, ну, если первый там мне не хочется делать, я делаю шалтай-болтай. Ну, тоже в разных вариантах, ногу вперед выставляю, там, назад как-то хожу туда-сюда, там, перешагиваюсь, ноги подкручиваю, ну, то есть, такой вот, шалтай-болтай своеобразно. А третий вариант разгрузки, это вот ключ, вернее, для, вот мои ключи, это вот внутренний доктор, да, я могу начать делать одно движение, потом другое, это самое, делаю движение, там, переплетаю с идеомоторными, то есть, ну, что-то вот организм подсказывает, да, и, кстати, очень здорово делать разгрузку с перезагрузкой, когда вот под каждую задачу, да, будет свои движения, будут, и оно получается, вот, ну, там, допустим, хочу классно потренироваться, да, то есть я себе закладываю, начинаю, там, чувствую какое-то напряжение внутреннее, да, то есть и каждое вот движение, оно будет, я под эту, если там хочу, там встречу какую-то, ну, интересную провести, да, совсем, вот я начал это замечать, совсем начинаются другие движения. Вот под, там, если там чувствую какие-то страхи, да, там вот бывает, периодически выплывают, у меня же контузии были, вот у меня недавно было, вот за сколько времени, да, видать погода, плюс вот эти у нас здесь сейчас, ну, обострение, ну, будет война, не будет война, уже надоело, честно, вот этот качели, ну, хочется мира, а тут вот это нож, ну, хочешь ты не хочешь, все равно с этим взаимодействует. Я новости не смотрю, ну, там люди приходят, там, как ты думаешь, а это, я говорю, да я не смотрю новости. А все равно оно как бы, да, а вдруг, и тут у нас там минируют школы, там, тут вот каждый день фактически, там, ну, жуть, не буду это грузить этим, Хасай Магомедович. А вот по поводу того, что, да, то есть, ну, контузия, да, и то есть меня раз так прикрутил, я такой начинаю делать, такой сижу, такой, блин, ай, капец, как все задолбало, ну, даже там матюкался местами, признаюсь честно, ну, надо было, ну, не, я не матюкальщик, так не матюкальщик, а так,
как ну там, типа, как мне все это за это самое. И, то есть, покачался, потом там сделал свой ключ, да, после этого только смог. Фу, все, попустило, точечки помял, все, класс, отлично. Я вот к чему, вот, ну, я, честно, я не знаю, что бы без вас делал, то есть, ну, раньше мне это там, я ходил, грузился там, задалбывал всех, а сейчас буквально там, ну, даже там, ну, это 5 минут у меня заняло, все. Это вот давно не было, да, то есть, ну, погода, ну, видать, вот, магнитная буря, там, еще что-то, там, куча там разных, может, сопутствующих факторов. Ну, вот так вот. Благодарю, Хасан, прошу прощения за то, что там сумбурно так. Ну, класс, то есть, ну, очень спасибо вам большое. Вот дай бог вам здоровья, любви, то есть, ну, вашей семье, Хасан Магомедович. Обнимаю вас, вот прям крепко-крепко обнимаю. Спасибо вам, ну, прямо вот, вот эмоции, я прямо аж, вот аж слеза появилась, наверное. Хасан Магомедович, уважаю вас, просто. Ну, всего доброго вам, Хасан Магомедович, спасибо вам большое. Телефон, телефон, телефон. Саша погиб. Погиб вчера. До 5 числа сбор средств для нашего Александра Цивиля, его семьи. Двое детей осталось. Прошу вас. Всех мы с Владом уже денежку собрали, послали. Кто может? Потому что, ну, Саша Цивилия. Я вот буквально несколько дней назад, я же не знал, что он уже на войне, я же уже не знал. Я буквально несколько дней назад, когда мы получили новую книгу, а здесь его имя, как автора одних из приемов. Да, я думал, ему пошлю и скажу: Саша, твое имя уже там пропечатано. Да, ты как и участник нашей школы, чекбулщик, хомо футурус, со своими приемами уже остаешься навеки, и вот теперь остаешься навеки, родной мой. Вот так. Война. А мы же все в нашей школе работаем на что? Чтобы войн было меньше, чтобы кризисов было меньше, чтобы человечность ключ к миру. Я не знаю, что сказать. Ну, пусть земля будет пухом, пусть сил твоим близким, твоим родственникам и друзьям твоим еще. Да, и телефон я скажу для сбора. Может, кто сможет. Там до 5 числа объявили. Этот сбор объявлен до 5 июня. Контактный телефон +7 951 687 76 15 Сергей Владимирович. Для связи пишите в WhatsApp и Telegram. Так написано от Сергея Владимировича. Да, а цивиль наш, цивиль, ну, вообще, я не знаю, я мужик-то крепкий, но у меня состояние плаксивое. Памяти моего сердца будет всегда цивиль. Саша. Саша. Такой был парень. Такой творческий парень. Так мира хотел. Война. Да.